Понятно, что будет тяжело, потому что большая конкуренция, много игроков. Даже сегодня на медобследовании было порядка 26-27 человек. Плюс это еще не все, но я в своих силах уверен полностью. Хочется доказать то, что было до этого, чтобы мне думали и говорили, что это не совсем то, не совсем правда. Думаю, последние полтора года, год я провел на хорошем уровне. Сыграл практически все матчи в Самаре, за исключением игр с Рубином, в которых я не мог принять участие. В принципе, я все уверен, готов доказывать, работать.